Медиахолдинг ОТВ и фонд «Родная» продолжают совместный благотворительный проект «Добрые среды». Сегодня героиня нашей рубрики Катя Фараонова. У девочки редкое генетическое заболевание. Оно спровоцировало задержку развития и проблемы со зрением и слухом. Как помочь девочке, расскажет Маргарита Хижняк. Давай, Шкаля. Что, оденемся красивые будем. Трехлетняя Катя, как и положено всем девочкам, обожает красивые наряды. Только вот выйти из дома и похвастать новым платьем девочка не может. У малышки сразу после рождения выявили редкое генетическое заболевание – лишнюю маркерную хромосому. Этот недуг, к сожалению, никак не лечится. Заболевание у нас вот все, вот, все что идет от отставания, от развития, все вот это идет, все вот это вот. То есть у нас и слух, глазки, мы не разговариваем, не сидим, все это идет с этого вот заболевания у нас. Излечиться Катя не сможет, но правильные и регулярные занятия позволяют облегчить жизнь девочки. Пока гимнастику малышка делает дома, но нужна помощь специалистов. В Челябинске врачи готовы провести для Кати подробную диагностику и направить к психологу, логопеду, массажисту и на лечебную физкультуру. Не исключено, что все это поможет Кате встать на ноги и начать говорить элементарные фразы. И кроме того, нужна еще помощь на то, чтобы научить маму, как это делать. Потому что мама останется с этой девочкой и будет помогать, поддерживать ее так, чтобы научить эту девочку впоследствии самостоятельно жить. Чтобы пройти такие курсы, необходимо 30 с половиной тысяч рублей. Таких денег у семьи Фараоновых нет, но помочь маленькой Кате можем мы с вами. Чтобы помочь маленькой Кате Фараоновой, необходимо отправить сообщение на номер 7522 со словом «Родная», через пробел указать сумму. Сообщение принимается с номеров операторов Теле2, Йота, Мегафон, МТС и Билайн. Если оператор потребует вас подтвердить платеж, обязательно сделайте это. Инструкция придет в ответном СМС. Маргарита Хижняк, Андрей Ярушев, ОТВ.